сотрудниками МЧС Наталья Бойко уже знакома. Каждый год по осени инспекторы приходят к ней в дом в микрорайоне Подрезково, чтобы проверить исправность работы печи. Перед отопительным сезоном всегда нужно подчищать дымоход от сажи. Частая причина пожаров – это неисправные печи. Именно поэтому сотрудники МЧС регулярно выезжают к жителям, чтобы еще раз напомнить о простых, но очень важных правилах пожарной безопасности. Сотрудники МЧС подарили Наталье дымоуловитель и напомнили о технике безопасности во время розжига. Спасибо вам большое за беседу. Она действительно очень полезная, потому что топим печку, иногда дымком попахивает. Это немножко нас пугает. А когда вы пришли и разъяснили, как себя вести, что нужно поставить, что нужно делать, в какой последовательности, это очень и очень важно. Не секрет, что большинство пожаров происходит из-за неосторожности самих людей. Одной из самых распространенных причин возникновения пожаров является несоблюдение правил пользования электроприборами. Не перегружайте электросеть большим количеством электропотребителей. Проверяйте дополнительно и правильно эксплуатируйте отопительные приборы, печное, газовое и электрооборудование. Не оставляйте детей без присмотра. Не допускайте использования для обогрева помещений открытый огонь. В ходе профилактического рейда сотрудники МЧС посетили котельную в Сходне, проверили оснащенность ТЭС противопожарными средствами и наличие сигнализации, а также провели инструктаж для сотрудников и рассказали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. У нас на территории городского округа Химки в преддверии осенне-зимнего пожароопасного периода проводятся профилактические мероприятия всеми сотрудниками отдела на всех объектах ТСК. Мы проводим профилактические беседы с сотрудниками, работниками, доведение до них целей и задач, то есть непосредственно как себя вести при пожаре, как себя вести, чтобы не допустить пожар. Профилактические беседы огнеборцы проводят регулярно. Остается надеяться, что такие встречи с жителями помогут предотвратить некоторые пожароопасные ситуации и уберечь людей от беды. Сервер Бекбабетов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.